Всем привет! Хочу вам показать такое вот дело. Значит, есть у меня наушники Philips SHP1900. Вот, ну, тоже где-то уже года 3, может даже побольше. Вот, и с использованием амбушюры начали трескаться. Вот, посмотрела в интернете, чтобы найти сменные какие-то, ну, ничего там нет, все люди придумают, что хотят, вот, кто-то там шьет самостоятельно, вот, ну, в общем, как это было, вот, они потертые, и немножко, конечно, времени понадобилось, но вот эту вот искусственную кожу, или как это называется, не знаю, в общем, клеенку, пришлось ее ободрать, и в итоге получились хорошие такие амбушюры, мягкие, ну, трепчаные, правда, но, в принципе, может, кому это видео будет полезным, можно сделать вот таким образом. Вот, а было неудобно в том плане, что вот эта вот клеенка трескалась и прилипала к лицу. В общем, пришлось ее полностью ободрать. Все, всем пока.